Палестину арабов из Египта. И вот до сегодняшнего дня очень много арабских кланов, которые здесь живут в Израиле или на территории палестинской автономии, у них корни, их предков из Египта. Вот в начале 19 века здесь очень много появилось. И четвертая, наверное, самая большая волна появления здесь, на этой земле арабов, это начало 20 века. Когда закончилась Первая мировая война, турки ее проиграли, помните, я вам рассказывал, британцы сюда приходят, и англичане начинают здесь стройку века. Начинается прокладка железных дорог, шоссейных дорог, большая очень была построена промышленная зона в городе Хайфе, нефтеперерабатывающий завод, это англичане в 30-е годы прошлого века построили.